Газпром детям. В области открылась еще одна спортивная площадка. На этот раз в Старомосколе, на территории индустриального технологического техникума. Современная многофункциональная с резиновым покрытием, она позволяет заниматься различными видами спорта. Легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и мини-футболом. Соревнования нашего масштаба техникума обязательно будем проводить между групп. Вот. Также мы планировали уже вот с руководителем физвоспитания приглашать и городские соревнования сюда к нам. Всех приглашаем. Ближайшие дома пусть приходят к нам, занимаются спортом. Когда установятся морозы, здесь будет открыта площадка для катания на коньках и игры в хоккей для всех желающих. Генеральный подрядчик выполнил заказ в рекордно короткие сроки. По этому проекту мы работали 2 месяца. Газпромовская программа, 10 площадок в Белгородской области. Все 10 мы построили. Осталось 2 открыть, все, в принципе, готово.